сегодня стоит перед гробом выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, писавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца. Благодарить просто судьбу нужно, что мы жили рядом с таким человеком, который только много сделал для каждого человека в отдельности и для людей в целом, здесь проживающих, и не только здесь. Царство небесное, земля.